Мы рады видеть всех своих друзей, кому ансамбль домом стал любимым, кто с музыкой живет в душе своей. Мы лоптицы, а значит, мы едины. Дорогие друзья, ансамбль «Песни и пляски» имени Владимира Сергеевича Лоптева. Художественный руководитель ансамбля Леонид Михайлович Фраткин. Что я хочу сказать? Это совершенно потрясающее счастье. Видеть такое количество наших друзей в зале. Это здорово. Это действительно наш общий громадный праздник. И у меня еще очень приятное поручение от нашей выпускницы, имя которой знает весь оперный мир. Это от легенды нашей Тамары Ильиничны Синявской. Она попросила передать свои самые теплые поздравления с нашим громадным праздником. И, конечно, особенной строкой она просила отметить тех людей, которые начинали этот путь в ансамбле имени Лоптева вместе с ней. И эти люди есть. Я бы хотел, чтобы они встали. И вот посмотрели на это. У меня сидит человек, который вручил мне праздник правления ансамблем имени Лоптева. Это замечательный Виктор Николаевич Соболев. Это тоже требует дополнительного аплодисмента. Ну, а теперь продолжаем концерт и зовем наших молодых, талантливых людей. Спасибо. Спасибо вам, дорогие. Друзья, ансамбль не стоит на месте. Он постоянно развивается, постоянно в поиске новых мелодий, песен, новых авторов текстов и композиторов. Сегодня в нашем зале молодой, талантливый композитор Антон Яговитин, автор нашего следующего произведения, который исполнит хор «Юность». Руководитель хора и дирижер Анна Аверьяненко. Премьера песни. Давайте поддержим громкими аплодисментами, друзья! Thank you.
Аверьяненко. Хор «Юность». В гостях поэтесса, выпускница ансамбля имени Локтева, автор текста следующего произведения Нина Русанова. Предо мной Кавказ суровый, его дремучие леса, и цепи гор белоголовой угрюма дикая краса, реки бурлящие потоки, вершин недостижимо ввысь, расскажем мы про край далекий, где горы с небом обнялись. Вокально-хореографическая композиция «Сердце гор». Oh.
Участники ансамбля воспитываются на великих образцах музыки. И это традиция коллектива. Несколько дней назад, 1 апреля, исполнилось 150 лет со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова. Рахманиновские колокола в душе звонят не умолкая. Мелодия души светла, в ней Родина моя святая. И музыка живет в мечте, что злые ветры уносили. Сон о любви, о красоте, о молодости, о России. Юбилею Сергея Васильевича Рахманинова посвящается. Thank you.
Петр Чайковский, пляска скоморохов из оперы «Снегурочка», исполняет оркестр, дирижер Александр Сафронов. Thank you.
Еще одно поздравление ансамблю с юбилеем от выдающихся творческих людей нашей страны. Ученик Елены Романовны Рассе, легенда мирового балета, артист, балетмейстер, режиссер-педагог, народный артист Советского Союза Владимир Викторович Васильев. Как вам передать эти чувства? Я все время сижу сейчас и вспоминаю 1949 год. Володя Васильев в ансамбле «Локтево» танцует на сцене Большого театра. Был такой у нас общий фестиваль народных коллективов. И вот там я танцевал русскую и украинский. В 49-м году я впервые из-за кулис посмотрел на сцену, на которой танцевали артисты. Какие артисты? Ученики, выпускники хореографического училища при Большом театре. Я смотрел и не верил своим глазам. Как это так? Это их ногами за носки, это пируэты, это удивительное какое-то наслаждение, но очень элегантное, такое удивительное, совершенно не похоже на наши танцы народные. А я их обожал совершенно с детства. В 48-м году именно Елена Романовна. Господи, пусть будет земля пухом и ей, и всем педагогам, с которыми мы в то время общались. И то, что сейчас происходит, будто все-таки аукнется там, где-то такое. Огромное им спасибо. И именно Елена Романовна тогда сказала моей маме. Потому что после первого моего урока с ней, что? Не слышал. После первого урока, я помню, отец, пришедший с войны тоже, я его узнал тут в 45-м, взял меня и выдрал ремнем, чтобы я больше не ходил никуда на эти дурацкие танцы. А когда я выходил, начал все равно после этого все-таки приходить заниматься в Кировском еще Доме пионеров, то у меня все ребята, когда я выходил во двор, они говорили: «Ха! Валерон!» А у меня была еще такая бескозырочка в то время, мама купила, и на ней было написано: «Герой! Но, герой, иди сюда, сейчас мы с тобой разберемся». Но вы не представляете такое удовольствие, какое было у меня тогда, когда мы встречались все вместе в ансамбле. Когда нужно было танцевать песни разных, конечно, под песни. Так что я вас всех благодарю, это было единое. Единое совершенно какой-то коллектив, в котором все друг друга обожали. И так получилось. Мог ли я тогда предполагать, что потом, вот пройдет еще какое-то время, и я буду вот на этой сцене, тогда еще не было этого театра, естественно, но что я на этой сцене поставлю свой первый балет «Икар». Он был здесь. И на этой же сцене был последний мой опыт в качестве уже режиссера-постановщика. Это «О, Моцарт, Моцарт». С музыкой связана вся моя жизнь была. Благодаря, опять же, этим педагогам. Благодаря всем им, которые отдавали свое сердце нам, ребятишкам. И именно Елена Романовна сказала маме: «Вы, он талантлив, вы его, пожалуйста, не надо его ругать за то, что он цветный. Вот отдайте его в училище хореографическое». И вот сейчас я перед вами раскрываю свою душу, но сегодня в зале сейчас сидят те люди, возможно, которые в свое время, может быть, кто-то и до меня еще, был уже в ансамбле «Локтевском». Мы – локтевцы. И я сегодня думаю, что все сидящие в зале стали единым
большим-большим каким-то коллективом. Мы с вами сегодня локтевцы. Поэтому спасибо вам большое всем тем, кто сейчас продолжает эту работу педагогическую. Всем нашим маленьким, от мала до велика, здесь на сцене. И очень хочу, чтобы столетие все мы с вами отметили еще разочек здесь. Так полетит быстро время. Ну что ж, ну а если кто-то, кого-то из нас, ну не станет, ну что же, всему есть предел, да? Я абсолютно убежден в том, что люди, которые сейчас танцуют, они будут, может быть, в то время сидеть в зале, как сидим сейчас мы, а их дети будут доставлять нам такое же удовольствие, какое доставляете вы нам сегодня. Спасибо, низкий поклон всем вам. Благодарю. Браво, громкие аплодисменты, спасибо за эти звездные и очень дорогие нашим сердцам слова. Громкие аплодисменты, друзья, спасибо! Солнце весело глядит, праздник начинается, балалайка звенит. Ноги в пляс пускаются. Русский шуточный танец «Балалайка» – постановка заслуженного деятеля искусств России Елены Романовны Рассе. Yeah.
ничего милее и красивее, чем уголок, где дом стоит родной. Любимая, прекрасная Россия, живу, дышу и радуюсь тобой. Музыка Лоптева, слова Высоцкой, песня о России. Встречает новый день зарей рассветной, и танцем с музыкою радостной и светлой наполнен мир, как солнцем золотым. Греческая фантазия! Thank you.
И вновь ансамбль «Юбиляр» принимает поздравления. Поздравительное письмо от Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вы блистательные и неповторимые. Вы продемонстрировали феномен в огромном и непростом мире танца. Вы так мощно и так ярко ворвались в круг признанных грандов мирового искусства Моисеева, Надеждина, Гаденко и так достойно и уверенно встали в один ряд. Мы выражаем глубокое восхищение и признательность и, конечно, огромное уважение и благодарность всем тем, кто помог сохранить магию локтевской души. Это чистое дыхание поющего танца. Мы верим в воплощение ваших новых художественных замыслов. Будьте только здоровы и счастливы, и победы придут. И огромное спасибо вам за наше замечательное творческое партнерство. Крепко обнимаем. С уважением, президент Международного благотворительного фонда Владимир Спиваков. Зал полон. Продолжается концерт, даруя радость каждому из нас. И не было минувших этих лет, и вновь звучит прекрасный русский вальс. Yeah.
И в беде, и в радости, и в горе, только чуточку прищури глаза. В флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. Попурри на тему мелодий из кинофильма «Пираты Карибского моря». Но главное, во тьме безумной века, чтоб не случилось в жизни устоять, быть чутким горю, оставаться человеком и теплоту сердец
не потерять. Палат Бирбюль Оглы. Слова Алексея Дедурова. Пройдя сквозь годы. Учить ребенку прекрасному. Так работает ансамбль, так работают педагоги все годы существования нашего большого коллектива, нашей необъятной планеты
детства. Каждый ребенок, соприкоснувшись с искусством, приобщившись к живому творчеству, пронесет через жизнь доброту и счастье детства. Детство, в котором был ансамбль. Детство — это радость звонких песен, солнце луч средь неба синевы, разноцветных красок мир чудесный. И, конечно, детство — это мы.
продолжая традиции грамотного, профессионального и вдумчивого руководства, таким сложным и многогранным коллективом вахту у рулевого штурвала ансамбля «Песни и пляски» имени Владимира Сергеевича Локтева успешно несет Леонид Михайлович Фраткин. И мы с удовольствием передаем ему микрофон. Кому передать? С удовольствием. Просили вам передать. Так, дорогие друзья, буквально секундочку, да? Я хочу сказать громадное спасибо людям, которые сделали этот праздник. Это наши самые лучшие, самые прекрасные дети. Это наши самые-самые лучшие педагоги. Это наши самые-самые лучшие зрители, наши друзья. Спасибо вам. И вот люди, которые создали этот праздник, они перед вами. Но я хочу сказать, знаете, наша деятельность делится там на видимую и невидимую. Анна Владимировна ходила на сцену, Александр Сергеевич дирижировал, мы их видели. Но гигантская подготовительная работа, просто гигантская, объем ее космический, ее совершила одна небольшая женщина, зовут ее Светлана Сергеевна Морозова. Потому что когда вчера я попытался с ней поговорить, утром с 9 утра у нее был телефон, а выключился он где-то в районе 11. Я благодарю ее, потому что вот эта вся гигантская работа, это гигантские переговоры, это каждую минуту что-то. Это было сделано этой женщиной. Блестяще. Светлана, спасибо большое. Вот и еще одну секунду. Вы многие, большинство, наверное, знают о нашей традиции. Но вот здесь мне нужна помощь Елены Хасеновны Мервиль. А где она? Елена Хасеновна. Для тех, кто не знает, это наш большой друг, директор комплекса Воробьёвы горы Елена Мервиль. Так вот. Сегодня мы хотим с вами поделиться, для тех, кто не знает, нашей традицией. У нас, у наших двух артистов сегодня день рождения. И у нас принято в этот день поздравлять на сцене. Один артист у нас где? Савелий. Ну-ка, иди-ка сюда. И еще одна юная артистка Анастасия. Нестюкова где? А дальше вы знаете, что делать. Сегодняшний день. Я надеюсь, многое у нас получилось. Спасибо вам, дорогие, ждем на вас на наших концертах. Ребята, еще раз громадное вам спасибо. Просто я не могу, у меня нет слов, как оценить ваш вклад. Вы умницы. Спасибо. Дорогие друзья, все участники юбилейного концерта прощаются с вами и говорят «До свидания». Мы еще раз хотим пожелать вам счастья, удачи и хорошего настроения! До новых встреч!
Спасибо.